Привет, игроки! Соскучились по шоу моментов? Встречайте новый выпуск с карты Рондо. Сегодня вас ждет экстренное торможение, драка в чистом поле и проигрыш двери. Господа, вас беспокоит инспектор безопасности дорожного движения отдела Рондо. Вы чего встали посреди дороги? Непорядок. Не беспокойтесь, я решу эту проблему за вас. Вот, вот теперь порядок. В порыве раша важно вовремя сбавить обороты, в прямом смысле этого слова, а то влетишь на тачке в своих тиммейтов и вас станет чуточку меньше. Едешь по своим делам, а тут тебе наперекор вражеская тачка. Так и завязалась драка в чистом поле. Но всегда своим напором можно победить в драке, поэтому в данном случае победитель был очевиден. А это настоящий боевик. Подрезали УАЗ. УАЗ сделал кульбит, встал на колеса и унесся дальше. Очередь вдогонку, и она принесла свои результаты. Ну а в завершении момента уже ставшая классикой взрывная посылка. Минируем машину, разгоняем ее как следует и добиваем оставшихся. Просто красиво. Как проиграть игру «Двери»? Легко. Попытаться взорвать взрывчатку, кидая ее на саму дверь. Особенно если с той стороны враг пытается сделать то же самое, закрывая эту самую дверь в вашу сторону. Не словил тайминг, и тут же кинутая тобой бомба взрывается. Получилось неприятненько. Присылайте свои моменты с карты Рондо в специальный канал в нашем Дискорде и получайте за это большую награду. Мы ждем ваши ролики. Не забывайте писать комментарии, ведь, как известно, лучшие из них попадают в шоу, как вот эти ребята. Напишите нам в Дискорд, в канал получения наград. Желаем удачи. Подписывайтесь на нас и наши соцсети. До новых встреч, друзья!